Аграрии Тюменской области намолотили 1 000 000 тонн зерна. Знаковый рубеж переступили сегодня. Эксперты отмечают, в этом году уборочная кампания в регионе идет в 2 раза быстрее, чем в прошлом. Но при этом и урожайность меньше. 21 центнер с гектара. На сегодня в области убрано более 72% площадей зерновых и зернобобовых культур. В лидерах Сладковский район. Там вот-вот завершится уборочная кампания. Обмолочены 99% полей. Следом в рейтинге идут Тюменский и Лутеровский районы и Заводоуковский городской округ.